Троллейбусы — это хорошо, но еще лучше, когда они выполняют свою функцию, а не кучкуются вот так вот. Зачем мне один за одним троллейбус, который приезжает на фабрику, и толку от этого ноль. Мне нужно, чтобы они распределились, но игра не понимает, где, когда едет троллейбус, почему нету никаких графиков, нету никаких расписаний, и предприятию очень сложно работать. Дабы этого избежать, я сейчас применю некую такую игровую хитрость. Я знаю, может, кто-то будет сказать: «Багаюзер! Багаюзер!» А я буду багаюзить. И буду багаюзить до тех пор, пока они не сделают нормально линии. Они вот такие вот убогие. Как мне понять? 5 техники, которые не понимают, где, за кем, кто ездит. Тут даже вот 6 троллейбусов. Они не понимают даже расстояние, кто за кем куда едет, стоит ли кто-то на остановке или не стоит ли кто-то на остановке. Как там? Как вообще можно работать на долгие расстояния, если на линии нет вообще понимания у игры, где какой транспорт находится? Так что будем применять багаюзы. Что буду делать? Да очень все просто, смотрите. Есть такой один небольшой божочек в игре, багаюз. Получается, если взять остановочку, потом взять на остановочке, добавить здание, куда должны идти именно работники, то они туда пойдут спустя один игровой час. То есть не все, что мне нужно, поставить здесь остановку, назначить с этой остановки, чтобы они шли в эту остановочку, потом поставить, чтобы они шли на эту остановочку, и у меня здесь будут работать все стабильно предприятия. Потом с этой остановочки провести вот так вот дорогу, поставить здесь остановочку, провести дорогу, и чтобы у меня остановочка приблизительно достала вот сюда вот. И также назначить, чтобы они переходили с остановки к остановочке. Троллейбусы будут ездить, трогать я их никуда не буду. Может, даже уберу, чтобы они не забирали рабочих. Но зато у меня будет все стабильно работать, и выработка электричества будет постоянной. Так что давайте применим этот метод. Готово. Давай покажу, расскажу, как оно сейчас работает. Сделаем немножко маленькие корректировочки. Ну и отвечу на твои вопросы. А почему же так нужно делать? С чем это связано? Отвечу все на вопросы, которые у вас прямо вот сейчас в голове, наверное, затаились. Все, отвечу. Для начала давайте сделаем следующее. Сейчас я посмотрю. Так, на эту остановочку, да. Мы направили, все правильно. Теперь вот эта вот остановочка. Да, все правильно. Здесь мы ничего не трогаем. Здесь нужно, чтобы стояла вот такая вот галочка, которая для работников. Здесь тоже. Теперь нам нужна вот эта вот остановочка. Назначаем сюда. Да, может загореться, в принципе, но я переживу, ничего страшного. Если что, чуть-чуть позже подведем тогда пожарников к дороге, и они все это дело спасут. И вот так вот. Все. Здесь мы ничего не трогаем. Сейчас посмотрю, чтобы все было нормально. Так, здесь нормально. Все, можно будет потом просадить вот тут вот дорогу такую небольшую деревьями. Будет она красиво выглядеть. И будет все прекрасно работать. Теперь заходим в список маршрутов. Заходим, значит, в технику. Заходим, значит, здесь. И все, что нам нужно сейчас, просто поубирать работников, чтобы они нигде их вообще не брали. Пускай возят кого хотят, сколько хотят, кроме работников. Работников они не должны будут трогать. Не трогайте просто работников. Хотите, выгружайте, хотите, загружайте. Вот честно, мне без разницы. Только не трогайте работников. Будете просто для красоты ездить. Так, вот этот вот маршрут, то же самое давай делаем. Загрузка работника у всех убираем, там тоже то же самое убираем, здесь также выключаем. Я делаю для того, чтобы они не забирали сейчас рабочих с остановки, и они выполняли функцию такую, которую я хочу, а не так, чтобы они отвозили тех работников бессмысленно
и непонятно, как все выполнялось. Для чего это все делается? Смотрите, сейчас немножко окуну вас в механику игры, чтобы вы понимали, почему я это делаю и почему иногда бомбит, почему это так не выполняется. В игровых сутках 24 часа. Чтобы у нас стабильно работало какое-либо предприятие, нужно, чтобы было 3 смены. Почему 3 смены? Вот видите, вот ожидающие работники. Если его открыть, у него есть удовлетворенности, есть рабочая смена. Видите, вот рабочая смена. 8 часов. Время течет в игре всегда по-разному. Где-то быстрее, где-то медленнее. Я не буду толком именно рассказывать, как это все делается, но везде по-разному все оно течет. Смотрите, если 8 умножить на 3, получается что? 24 часа. То есть это игровые сутки. Чтобы 24 часа подавалось электричество, допустим, даже не электричество, а чтобы рабочие подавались на предприятие в течение всего дня, нужно бы, чтобы вереница была именно транспортом. И вереница транспорта была в идеал прям настроена, и чтобы она подъезжала, допустим, к этой же электростанции и постоянно давала рабочих, чтобы у нас было электрика. Почему я так ориентируюсь на электрики? Я не знаю, почему именно так по механике игры, но если не будет электричества в городе, буквально там час, может даже там игры, может даже полтора часа игры, и у вас не будет ни единого работника нигде. И в городе у вас будет пусто. То есть электричество тут самое-самое важное. Даже важнее, чем еда, портянки, которые они носят вместе все взятые. То есть электричество нам нужно. Как сейчас все будет работать? Видите, вот они, первая партия пришла людей на эту остановочку. Все, что мне сейчас нужно, на той остановочке сделать как можно больше людей. Так, видите, 104 человека. Сейчас эти все 104 человека потихонечку будут переходить именно на вот эту вот остановочку. Эта остановочка у нас будет как распределитель. То есть одни будут у нас люди идти в эту сторону, на эту остановочку. Здесь они будут снабжать предприятие, которое у нас вырабатывает именно еду. Кстати, сколько у нас еды? 1 тонна еды. Очень плохо. Тут 6 тонн. Очень плохо. Здесь запасы есть. Я еще хочу вас проверить, как вы без еды долго выживете или нет. Очень плохо. Это у нас отопление. Отопление — это вообще отдельная тема. Если на отопление не будут ходить они, предприятия, люди, то они просто все зимой тоже замерзнут и все разбегутся. То есть вот эти вот два предприятия очень важно, чтобы они снабжали каждый раз. Вот тут вот предприятие — это все, что у нас основано на строечку, как вы уже поняли. Здесь у нас производится асфальт, бетон, гравий они забирают. Гравий здесь также вот забирает на продажу, который едет в порт. То есть все потихонечку должно будет заработать. Давайте я сейчас на скорость быстрее поставлю, так вот будет. Вот это у нас такая мини наша первая электростанция, которая все это дело выполняла, но она там очень мало выдает электроэнергии, так что все равно лучше пускай работает. Вон они потихонечку начали идти на следующую остановочку. Здесь они опять стоять час. Сейчас я вам покажу, где этот час находится. Ожидание на остановке, видите, вот 1 час. Он здесь идет нормально. Вот после 1 часа, давайте я вам сейчас покажу, как это все происходит, чтобы вы понимали. Для тех, может, кто не знает. Вот он стоит 1 час, 53, и все. И пошел на работу. Видишь, идет на работу, получается, Smile Food. То есть он идет сейчас работать на производство еды. Тын-тын-тын-тын-тын. Вот он идет, и все. И теперь все, что мне остается, подождать, пока вот эта вся вереница включится, и здесь у меня предприятие заработает все на полную катушку. Легко. Можно так было сделать троллейбусами? Можно было так сделать троллейбусами при условии того, что, правильно, если у нас будет расписание. И легко можно также сделать троллейбусами. Но так как расписания нету, так как у нас все здесь неадекватно работает, то приходится делать так. Эти 50% туда идут. Так, эти уже вот дошли. Вот видишь, идут теперь дальше. И вот у нас получается первые потихонечку идут на эту остановочку. Все, теперь потихонечку они начали идти расходиться по предприятиям. Вот заработало, смотрите. Нормально, электроэнергия.
Что вы здесь стали, скажите мне? Электроэнергия только что заработала, вы должны уже поехать. Я вот это вот сейчас прикован. А, смотри, я ж тут, получается, дорогу строил, разорвал. И они сейчас не видят, что там дорога есть. Так, а как мне вас возобновить? Все? Вот так все просто? Хорошо, все, езжайте. И смотрите, что у нас на данный момент выходит. Электричество у нас работает отлично. Шахта у нас, смотрите, работает отлично. И с каждым разом она будет нагнетаться. И будет тут уже даже с запасом будет находиться именно уголечек. Даже вот здесь вот. Кирпич у нас будет производиться постоянно. Тем самым мы стабилизируем, что у нас будет постоянно уезжать поезд, который отвозит кирпич в порт и, соответственно, продает. И у нас будет все нормально. Все, всего лишь навсего взяли и сделали багаюз, который используется. Смотрите, есть тут еще одна такая небольшая хитрость, но я вам не советую ее использовать. Я иногда ее использую в некоторых случаях, когда это прям вот сильно-сильно нужно. Если сделать следующим образом, с этой остановки взять и направить на эту остановку, они будут бесконечно ходить. С остановки на остановку, с остановки на остановку. Зачем это делается? Это делается для того, чтобы именно как бы больше сделать людей на остановке. Для чего? Для того, чтобы запустить предприятие на полную катушку. Как делать? Ну, я не знаю. Попробуйте сами догадаться, просто слишком много прям инфы, если вам давать, вы можете запутаться. Смотрите, что нам сейчас нужно сделать дальше. Дальше нам нужно сделать следующее. Посмотрите сначала, сколько у нас находится людей. Людей у нас находится 2500 человек. Трудоспособных граждан, вот это вот число нам нужно 1300. Отлично. И заходим, смотрим, сколько у нас продавцов. 25. Закупка у нас пока на данный момент идет мясо. Нам нужно избавиться от закупки мяса. Так, 3 тонны хлеба здесь есть. Вы производите вообще тут есть? А, все, 121 тонна, они, получается, смогли все сделать, то есть им хватит. Теперь нам нужно наладить производство мяса. Мясо производство. Нам нужно чуток больше сделать полей. Темы недавно мы выяснили, что вот это вот небольшой совхозик может обработать 6 средних полей. Это вот все, максималочка, предел. Здесь у нас получается всего лишь навсего 3 техники. Техника вот такая вот, трактор старый, который... предельная скорость 15, и заменяет он 20 работников, и получается 2 вот таких вот комбайна. Выводится именно здесь у нас ресурсы, то есть урожай, с помощью вот этих вот автобаз. Тут у нас 13 машин, которые все это, соответственно, выводят. Все, смотрите, сейчас я, значит, немножко расширю поля и поставлю, соответственно, производство мяса. Потом мы еще подумаем, запустить сюда людей или не запустить. Но для начала нам нужно проверить, как у нас стабильно работает все в Ставрополе. Давайте я вам сейчас расскажу, что я здесь настроил, чтобы вы были в курсе событий. Ну, здесь вы уже поняли, 6 полей и вот такая вот небольшая фермочка, которая будет их обслуживать. А насчет автобаз, я не знаю, может вот эти вот попробовать подключить автобазы, чтобы они обслуживали еще вот эти вот 6 полей. Смогут ли они, конечно, разрываться или не смогут, не знаю, нужно будет просто попробовать. Смотрите, вот тут у нас свиноферма, здесь у нас такой склад, там в нем внутри небольшой рефрижератор на 15 тонн мяса. Почему такой маленький? Потому что рефрижераторы в игре, ну тут просто неимоверное количество электроэнергии потребляет, так что я решил маленький поставить. Вот тут такая вышка водонапорная, в которой вмещается 520 тонн продукции именно с поля, и она потом перерабатываться будет, соответственно, в мясо, как вы уже понимаете. Смотрите, что мне сейчас нужно сделать. Это, кстати, гараж я построил? Да, точно, гараж. Прикольно выглядит.
Так как мы сейчас подключили бесперебойное производство электричества, я сейчас хочу отключиться от электричества, которое мы закупаем. А, я же вам совсем не показал. Давайте покажу, какие у нас вообще проблемы с экономикой. Во-первых, мы в долгах как в шелках. Это у нас получается общая задолженность 14 миллионов рублей. Сумма к оплате завтра 13 тысяч. Надеюсь, больше брать не буду. Посмотрим. Если все-таки будут люди выживать без нуля денег, то есть когда у нас тут наступит полный ноль, кстати, стоп, и они будут выживать, то будет все хорошо. Теперь следующее. Смотрите, мы потихонечку продаем вот 6 тысяч, но сейчас должны продажи увеличиться из-за того, что у нас постоянно будут работать именно предприятия. Вот уже уехал, видишь, локомотив, которые у нас груженные полностью кирпичом, и потихонечку будут локомотивы, которые уезжать груженные этим как бы щебнем. Продается все это дело здесь, порт потихонечку тоже строится. Поехали теперь на границу. Так, граница у нас находится здесь, и вырубаем покупочку электричества. Я также хотел посмотреть, сколько мы на электричество тратили каждый год. Так, год. Ну, 1000 мы тратили на электричество. В основном у нас на стройку уходило, да? А предыдущий на топливо тоже немного. А, не, подожди, 12 тысяч мы потратили. То есть, в принципе, это приличная сумма. И стройка. Ну, и мясо вообще столько. 13 даже мы потратили. И 6 тысяч мяса мы закупали. Ну, норм. Давай, сейчас посмотрим. Так, врубаем... И идем в город, врубаем, значит, вот тут вот свойства и смотрим, запитывает ли наша электростанция все или нет. Ну, пока не вижу проблем. У вас есть здесь проблемы? Вроде бы электроэнергия везде нормально. Но тут у нас один только стоит трансформатор, в принципе, тут нечего удивляться, там не все запитано. Да, наша, получается, электростанция держит. А если бы такое можно было промутить именно с троллейбусами, чтобы она бесперебойно работала, и электростанция, было бы намного круче. Ну, ладно, будем, значит, так действовать. Вот видите, они тут постоянно стоят. Даже не постоянно, и они сразу уходят. Сразу уходят на работу, тут даже никого нету. Так, здесь у нас тоже есть 6 рабочих. А сколько у вас тут, скажите? 14 человек. Смотрите, дабы увеличить производство, нужно вот тут вот на первичном взять еще один домик. Допустим, вот этот вот. Так, станция есть. Станция тут тоже есть. Вот, не указано. Давай, вы будете работать, короче, все здесь. Так, крайняя тоже есть. Тут тоже давай, оп. Все, теперь должно быть больше людей для распределения по вот этим вот всем предприятиям. Ну, немножко вот денежки, я вижу, замедлились. Совсем чуть-чуть. Так, это ты у нас кто поехал, скажи мне? Это ты у нас кирпич везешь, да? Я тут немножко отрегулировал. Я помню, мне в комментариях в предыдущей серии писали, что вот здесь вот могут быть затыки. Я потом именно отрегулировал. Нормально, там затыков не будет. Украшать будем чуть-чуть позже. Как только нормально все начнет работать, сразу начнем украшать. Во, отлично, смотри, он только приехал и сразу загрузился 10 тонн кирпичом. Отличненько. То есть у тебя тут все работает, все нормально, все хорошо. Все, приостановились денежки. Теперь давай сейчас посмотрим. Нам бы немножко бы промотать время. Давайте сейчас, наверное, сделаем следующее. Я вот так вот сейчас поставлю. Не, нам нужна какая-то строечка. Хотя там они долго будут строить. Мне нужно 2 месяца сейчас промотать, чтобы посмотреть, насколько вообще хорошо все здесь у нас живет народ. Если слишком плохо, тогда придется немного регулировать ситуацию. Так что давайте сейчас 2 месяца быстро промотаем, последим за статистикой, за городом и как оно у нас тут все работает, хорошо или не хорошо. We'll be right back.
Очень интересные наблюдения я увидел, пока вот это вот смотрел. Ну, во-первых, выросло население, это во-первых. Во-вторых, мне интересно, что сейчас там с кредитом творится. В-третьих, почему не бегут люди? Видать, искусственный интеллект все-таки как-то подправили, именно разработчики. Давайте сейчас заглянем в дом. Граждан не смог достать мясо и электронику. Раньше было только не смог достать электронику. Здесь, в принципе, так же. Три безработных и мясо не смог достать. Раньше, когда ты граждан не мог достать мясо на протяжении месяца, они просто-напросто сбегали. А сейчас, получается, они находятся. То есть им нормально, все хорошо. То есть два ресурса, одежда и еда, нормально. Мне интересно, когда закончится одежда, они тоже не будут убегать или как? Теперь насчет, давайте посмотрим, кредита. Так, кредит. Кредит. Сумма к оплате у нас 439 тысяч, написано завтра. А перед тем, как мы смотрели, было 13 тысяч каждый день мы должны были оплачивать. То есть, получается, когда я просрочу именно оплату, она у меня как-то вот растет. Ага, ясненько. Теперь меня следующее интересует, что у нас тут насчет именно электростанции. Электростанция, в принципе, не на полную катушку работает. Давайте я сейчас попробую настроить именно продажу. Лень, так появляется денежка и сразу пропадает. Просто попробую продажа. И буквально там, не знаю, 3,6 мегаватта попробуем продать. Как оно вообще будет продаваться, не будет? Будет ли как-то это все способствовать на то, что у нас недостача будет именно в республике? Или уже все-таки что-то у нас по-другому будет? Так, здесь пока все стабильно. Не-не-не-не, не совсем все стабильно. Как-то... О, во, текущая производительность, вижу, начала скакать, нормально. Тут тоже нормально. И давай-ка сейчас посмотрим, что у нас тут получается по экономике еще раз. Да, электричество началось продаваться. Ой, ну там копеечки такие. Ой-ой-ой-ой-ой. Да. Очень мало продается, я бы даже сказал. Даже не видно, какие-либо вообще есть продажи идут. То есть мы продаем сейчас гравий, кирпич, потихонечку вот выходит, да, потихонечку продажи. Ну нормально, нормально. Посмотрим, сколько в этом месяце тогда у нас выйдет по продажам. То есть не в этом, а уже в следующем, а как оно выйдет. Кстати, вы заметили, что я немного по-другому записал ролик. То есть получается, я рассказал вам прям все детали настройки города, все детали настройки предприятия, как оно все взаимосвязано, как оно все взаиморабатывает. Не просто стройку и планирование, как я обычно показываю под музычку, а именно все, именно вот эти вот детали механизма, как они работают воедино. Напишите, пожалуйста, в комментариях, нравится вам такое или не нравится, чтобы я понимал, освещать вам вот эти вот все детали, как я настраиваю, или же не освещать. Ну, хотя бы там через ролик, через два, чтобы вы понимали, да? Смотрите, подальше что нужно, это опять же нужно будет подождать, пока отстроится вот тут вот мясохоз, пока запустится вот это вот еще одна наша совхоз, потом наладить доставочку мяса. Они, кстати, уже нормально тут строят, я вижу, красавчики просто. Просто молодцы. Жду вашего фидбэка в комментариях. Если тебе прям сильно понравилось, можешь поставить лайк. Если прям безумно понравилось, подписывайся на канал. В следующем ролике будем строить дальше. Пока.